Всем привет! Меня зовут Анжела. Сегодня мы с вами будем вместе планировать первый урок английского языка в 10 классе с помощью программы OneNote. Сначала я копирую шаблон моего будущего конспекта и вставляю его в раздел 10 класса моей записной книжки. Переношу его в соответствующий модуль и перехожу непосредственно к заполнению полей «Тема», «Цели» и «Домашние задания». Здесь же по мере необходимости я отражаю все свои ресурсы – ссылки, фильмы, видеоматериалы, аудиозаписи, книги, журналы, презентации, а также лексику, входящую в активное усвоение на данном уроке. Дальше я вставляю таблицу, где у меня будут отражены все этапы урока и краткое содержание по каждому. Ну и непосредственно переходим к составлению нашего конспекта урока.
Ну вот, наш урок готов. Данный конспект можно распечатать на бумаге формата А4 и воспользоваться на уроке.